Здравствуйте. Приветствую вас на канале «Горячая новость». Он добрался до Кемерово. Два случая в Кемерово. Нелепое высказывание властей. Друзья, ввиду тяжелой обстановки как в мире, а теперь уже и в России, считаю своим долгом освещать эту проблему. Но есть одно но. Почему-то YouTube к этой теме относится как-то странно. Занижает в поиске и всячески тормозит показы таких видео. Ввиду всего этого, конкретного названия данному событию давать не буду. Я думаю, вы и так поймете, о чем я говорю. Речь сейчас идет о той гадости, которая появилась в Китае, плавно перешла в Европу, а теперь добралась до России. В одном из первых видео на данную тему я и сам не верил в серьезность данной проблемы. Думал, что поговорят пару недель и забудут, но не тут-то было. Все на самом деле очень серьезно. Число людей, у которых подтвердилась данная дрянь за последние сутки, увеличилось на 14 человек. 9 новых случаев появилось в Москве, один в Подмосковье, один в Петербурге, еще один в Калининградской области. Как вы видите, пока все это происходит в центральной части России. Но вчера подтвердили 2 случая в Кемерово. Другими словами, распространение по стране пошло. Самое главное в этом вопросе это то, что хоть власти нам рапортуют, что все меры приняты и все хорошо, но эти люди летели из Италии. Они летели через Москву. Там, конечно, они пробыли какое-то время, никто не обратил на это внимания. Потом прилетели в Новосибирск, всем плевать на них. Сели на машину и поехали в Кемерово. Прибыли они туда то ли 6, то ли 7 февраля, а выявили у них это только 14. Время прошло, как вы понимаете, очень много. Также власти сообщили, что все, с кем они контактировали за это время, изолированы. Это 4 человека. Вам не смешно? Лично мне смешно. По их словам выходит, что в Москве в аэропорту никого не было. Новосибирский аэропорт тоже был пуст. И в Кемерово неделю они по улицам не ходили. Ну бред же. Как бы там ни было, это официальная версия властей. По этому случаю лично я понимаю, как у нас все организовано и как мы готовы к такому. Делитесь этим видео с друзьями, так об этом узнает больше людей. Ставьте лайки, пишите комментарии. Тем самым вы помогаете в продвижении видео. Подписывайтесь на канал и помните, только вместе мы сила.